Все происходящее на фестивале условно можно было разделить на сектора – на земле, в воздухе и на трех сценах. На земле – мотосоревнования в различных категориях, а также выступления каскадеров. В заездах приняли участие около 100 профессиональных спортсменов из Краснодарского края, Самары, Вологды и других городов Центрального федерального округа, а также единомышленники из Германии. В воздухе гости оценили работу квадрокоптеров и шоу радиоуправляемых самолетов и вертолетов. На сценах выступили заслуженные и известные музыкальные коллективы, как российские, так и зарубежные. Всего около 100 групп. Организаторы юбилейного международного моторок-фестиваля «Малоярославец-2017» – российские ассоциации мотоциклистов и рок-музыкантов. Главное, чтобы собирались всегда добрые люди. Не было зла, не было плохого, не было там каких-то злых мыслей даже, чтобы не было. Должны здесь собираться только добрые люди. Так оно и есть. Три дня из четырех фестивальных периодически шел дождь. Но ни участников, ни гостей главного события мотосезона 2017 года это не расстроило. А судя по этим кадрам, дождь и грязь только добавили драйва. Было много музыки, много дождя. Весело, мокро, но с душой отдохнули. Вот уже четверть века мощные моторы стальных коней и ревущие электрогитары встречаются на фестивале в Малоярославце. Надеемся, так будет и в следующем году.